Я, в общем-то, сегодня в этом году первый раз участвую в этом форуме и, в общем-то, посетил по рекомендации моих друзей, коллег, которые работают в Красноярске, в Красноярском крае. И я, в общем-то, очень доволен с тем, что вот приехал сюда, в Красноярск, учитывая, что это здесь находится моя альма-матер. Я заканчивал Красноярский институт цветных металлов в свое время. Особенно интересно было пообщаться с коллегами, которые обсуждали в первый день конференции проблему поисков алмазов. Поскольку я более 25 лет посвятил этой проблеме, конечно, для меня это было очень интересно. Тем более круг алмазников как в России, так и в мире, он достаточно тесен. И вот эти общения, они всегда приносят определенные положительные результаты, дают определенные положительные импульсы. С другой стороны, представляя здесь компанию «Росгеоперспектива», которая занимается сервисом в геологоразведочных работах, появился новый круг знакомых, с которыми возможно, в принципе, потенциальное партнерство и выполнение заказов именно уже со стороны моих новых партнеров. Нет, конкретных договоров пока нет, поскольку, вы сами понимаете, это вот первая встреча, знакомство, общение. Но, по крайней мере, контакты установлены, и я надеюсь, они должны принести определенные положительные результаты. Ну, да, ваш первый визит на этот форум. Скажите, вы еще приедете к вам? Я думаю, что да. Спасибо. Мне очень понравилось. Спасибо.